Онай компенсирует пользователям затраты после системного сбоя. Сегодня в транспортном холдинге сообщили, как вернуть деньги. С картой и билетом необходимо обратиться в один из центров обслуживания. Причину неисправности эксперты тоже сообщили. Сбой возник в связи с обновлением одного из ключевых модулей обслуживания терминалов, транспортных терминалов, установленных на общественном транспорте города Алматы. Непосредственно этот модуль отвечает за нормативно-справочную информацию по обслуживанию карт в транспорте. Какие можно, иными словами, какие можно карты обслуживать, какие нельзя, по каким тарифам и так далее. Я даже исключаю, что это человеческий фактор.